Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот 6 дней тому назад я сеяла томаты горшечные желтые. Вот они у меня уже за 6 дней проросли и выросли. Подошла пора их пересаживать. Но эти томаты я не сеяла в кипяток. Обычным способом, только стояли в очень теплом месте. Хорошенькие. Горшечные. Посмотрим, как они будут украшать мой огород. Камера моя, конечно, инструкции не передает. Ничего не видно. Ладно. Как вырастут, дам покушать. До свидания. Заходите в гости.